Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и сегодня мы с тобой опять в туалете. То есть серии начинаются просто гениально. В общем-то, нас сегодня с тобой ждет наш прекрасный автомобиль. Автомобиль красивый, с фарами уже А чего? Нет, что происходит? Я понял, что происходит. У меня отошла клавиатура, я думал, я застрял в прицепе, а это клавиатура ебет мозги немного. Подожди, мы сейчас сделаем, исправим все. Сейчас ты дынь будет. Да, вот сейчас будет работать. Все шикарно. Значит, мы много что еще не сделали, поэтому нам нужно этим заняться. Давай займемся этим. Нам нужно установить вот эти вот штуки. Я не знаю, как они правильно называются в автомобильной сфере, да? Как правильно устанавливаются, тоже мне не до конца понятно. Но в мануале написано, что их нужно как-то установить, и этим мы сегодня и будем заниматься. Вообще, по идее, какой стороной мне интересно? И как различить, какая из них какая? Давай возьмем вторую и попробуем посмотреть ее. Вообще, на самом деле, я думаю, что скоро в комментариях напишут, что я урод, типа, и не фышку себя спреем от этих ебучих комаров. Но когда я играю, я этого не замечаю. Вот, честное слово, не замечаю. Вот, хотите верьте, хотите нет. Мне вообще насрать, что там дует. Я просто очень увлечен процессом игры, поэтому... Поэтому вот. Как эту штуку установить, мне интересно. И куда ее там устанавливать? Блять, ёбаный прицеп. Давай сделаем так, чтобы трактор отогнать отсюда нахер. Вот так вот, вот сядем. Какое слово некрасивое я сказал только что. Чего? Вот. Мы что-то отбили с Сацуми, походу. Все, сбавляем оборот, он никуда не уедет. Вот так точно не уедет. Да, мы, походу, крыло отбили ей. А, мы бампер отхуярили, сука. Я ж сколько его крутить-то так буду теперь? До самой старости прикручивать-откручивать этот бампер или что? Как его ставить-то, ёпта? И туда ли я его ставлю, мне интересно. Еще раз открываем мануал, чтобы точно убедиться. Нам нужно взять... А, я понял, куда ее ставить. Hellshaft. Ее нужно ставить туда подальше. Вот в это, с этой стороны. Где-то вот так вот. В этой области нужно как-то херачить их. Не до конца понятно, каким, сука, образом только... И какой стороной? Ну, главное не сдаваться, правильно? FT. Подожди, это одно и то же? Название-то у них одно. Только ставить нужно уметь как-то. Каким-то чудесным образом. Нет конечного понимания того, что должно получиться. Наверное, поэтому я не могу как бы попасть туда никаким образом. Нет, сегодня только чудо будет работать, походу. Подожди, то есть, когда я поворачиваю руль, колеса-то не будут поворачиваться, правильно? А как это можно проверить? Нет, все нормально. Колеса крутятся в чем-то. Зачем они тогда вообще нужны? Подожди. Подожди. Мануал-то правильно надо читать, а я не до конца читал мануал. Подожди, нам нужно сделать вот так, смотри внимательно.
И тогда все будет работать. Да. Ты посмотри-ка, как противно. А. Эта игра в каждой серии открывается мне по-новому. О-о-о. Шикарно. Нам остаются вообще последние штрихи. И фургон дяди, блядь, добыть. И все, и мы едем, покупаем аккумуляторы, пробуем даже заводиться. Возможно, даже в следующей серии, потому что... Потому что почему бы и нет, да, действительно. Я не знаю уже, все, блядь, этого дяди невозможно дождаться, походу. Я, честно, слово фиг его знает, когда он появится уже. Ну, 5000 секунд по-любому прошло уже, ну как ни крути. Теперь какой-то еще где-то надо. А, ключом на 9 с каждой стороны. Хорошо, вообще сделаем. Это мы можем, это мы могем, умеем, практикуем. Подожди, вот он. Остаются нюансы, жесткие нюансы, потому что я по-любому что-то упустил. Ух. Но мы все равно, мы делаем, мы молодцы, мы не сдаемся, потому что автомобиль-то уже в таком хорошем состоянии. Он хотя бы более-менее собран, потому что остаются нюансы косметические и проводка ебучая. Вот это прям страшное дело. Я не помню, какой ключ закручивается бампер, честное слово. Вот как ни крути, я не вспомню резко вот так вот. А нет, вспомню походу. Ну, молодец. Горжусь собой. Хотя наугад нажал ключ и взял тот, который нужен. Не, ну ты посмотри, какая ласточка получается. Ну это же прям вообще автомобиль мечты. Теперь нам нужно установить первый патрубок радиатора. Радиатор хоз. Хоз 1, вот этот вот. Радиатор дело такое. И ставится она куда-то вот сюда. Вот. Ну, ёпта. Кривые руки, конечно, это проблема. Проблема любого человека, в том числе и механика. Если угодно. Ну, ёпта. Давай вот так. В игру вообще я играю с таким интересом, прям позитивом. Мне это очень нравится. Подожди. Ой, теперь берешь, короче, отвертку и затягиваешь с обоих сторон вот эти вот штучки. До конца. Чтобы, когда мы радиатор зальем охлаждающей жидкостью, чтобы все было нормально. Потом устанавливаем хоз 2, который находится тоже там рядом. Тихо, двигаемся. Двигаемся! Хоз 2 это вот этот вот. Тоже он затягивается на хомутики такие. А, вон туда ставится. Я думал, тут поближе. Тормозная система меня еще пугает, потому что как будто бы она не вся. Что-то я еще не сделал с ней. А вот тут где? А тут как? А тут куда вообще вопрос? Лучше спросить, я думаю. На что это идет? Ладно, установим следующий радиатор хоз 3. Оу, немножко сбились. Глушитель, всю эту выхлопную систему мы сегодня тоже поставим. Мы дособираем сегодня автомобиль и попробуем проложить первую проводку, я думаю. Это как раз по нам по времени выходит. Вот тут. А что куда, мне интересно теперь, куда он идет, этот вот провод? Вот этот патрубок, который выходит в никуда. Разберемся. Разберемся, я уверен. Дальше нам нужно установить выхлопную трубу, ребят. Так в гайде написано. А нам нужно тогда, знаешь, что сделать? А как ее развернуть теперь? Так, ну-ка. Вот это бахнуло, называется. Так, давай развернем тачку, немножко помяв ее.
косметикой мы займемся в конце. Но что ж такое-то? Я буду максимально аккуратен, чтобы машина сильно не пострадала. Хотя, в принципе, есть другая идея, как установить выхлопную систему. Сейчас покажу. Немножко не то, что я хотел. Подожди, я сейчас разберусь с крутилками. Даже не попал, представляешь, под него? Под автомобиль, я имею в виду. А, я понял, как надо. Все, я понял механику. Есть, есть. Есть, все шикарно. Сейчас займемся всем днищем, посмотрим, что у нас тут и как. Потому что под днищем мы еще многое что, по-моему, упускали. Так, вот эти вот, это все нам не нужно. Это значит ручной тормоз. Выхлопножку давай ставить. Вот она, выхлопная труба. Это что такое? А, это ойл фильтр. Я понял. Выхлопная труба — это дело такое. Ну-ка, где ты едешь? Я нащупал только что секунду назад, пожалуйста. Пожалуйста, вернись. Ништяк, теперь смотрим, что нам нужно. Три болта ключом на 7. А где ключи мои? Я их, походу, переехал. Я так понимаю. Вот. Ключик на 7 нам нужен. Будет сегодня. Подожди, а свет у нас работает? Мне интересно после дождя просто. Работает вообще шикарно. Ой, три гвоздя, хотел сказать. Три болта ключом на 7. Вот он, 7. И где ты у нас заканчиваешься? Это вон там. Получается, нам нужно немножко вот сюда подпролезть. И вот они. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, раз. С этой стороны 2. И один где-то вот тут. Или вот тут. Или вот тут. Или вообще вот тут. Подожди, я не понял, где. Вот тут. Вот. Хорошо. Дальше что? Глушитель. Где он у нас? Где-то я увидел. А где я увидел? Не подскажет, нигде видел глушитель. Нам вообще остается косметика еще теперь. По-хорошему только. Косметический ремонт автомобиля. Насколько нужно? Один болт ключом на 7. Он вот тут вот. Шикарно. Там уже технические жидкости нам предлагаются, но это все рано. Сейчас я проверю, что мы сделали. Вот ключом на 7, на 5. Вот хочу кое-что проверить. Я вот не могу вспомнить, оно и было или нет. По-моему, мы это упустили специально для того, чтобы... Да. Чтобы это было.
Все, ништяк, дальше проверяю. Это мы сделали, сделали. Вроде бы все в основном сделали. Если я вдруг что-то забыл, ребята, пожалуйста, информацию мне. Мне информацию в комментариях, потому что я вроде старался все по гайду делать. Тут уже технические жидкости заливают, но это я сам могу, в принципе. Электропроводки нужно. Скорее всего, вырежу, потому что только что прервал запись. Ради того, чтобы это вырезать потом. Сейчас подожди, я все открою себе, проверю. Мне нужен ключ на 7, потому что мы сейчас займемся заземлением. Нам нужно открутить болт, крепящий стартер. И перевернуть машину было бы тоже по-хорошему. Так-то бы шикарно. Отгоняем тогда трактор. Вообще прицеп бы лучше бы назад отвести бы, чтобы он тут не мешался. Но тут пока фургона нет. Давай сразу съездим, пока есть возможности, желания, пока еще светло. Ну, в прошлый раз нас трактор хорошо выручил. Очень хорошо выручил, хороший малыш. Желтый трактор наш. Может, чудо на мою голову свалится сегодня и приедет фургон, но я уже не знаю, что сделать. Ух, ух, понеслась жара. Пошло говно по трубам. Так, давай как-то. Пойду и тут на холостых. Все вот так пойдет. Под навес его загоним. Возьмем сразу канистру дизеля, который вон там вон стоит, видишь? Все, ништяк. Есть вот такая вот штука здесь классная. Дизельная канистра называется. Вот это что такое? Я не знаю, зачем это нужно. Не буду трогать, пусть тут стоит. Дядя! Заебал! Дай фургон, пожалуйста! Вот мразота. Я вообще не могу. Это какой-то бред. Это вообще не смешно ни разу. Мы сейчас, короче, займемся потребностями, поспим и на утро продолжим собирать сумму, потому что, ну, как бы, время-то еще вечер. Рановато, конечно, ложиться спать, но... Ну, лучше сейчас. Лучше сейчас лечь спать, может быть, заспавнится фургон. Я до сих пор в ожидании чуда, серьезно. Могу заказывать из душа прям. У этой фирмы должна быть реклама. Типа, заказывай где угодно, хоть в душе. Ну все, ты закончил писать там, все дела свои сделал. Да ты заебал, че ты тут? Как не тряси, все равно капли в трусы, все. Так. Сацума моя любимая. Оп. Дверь распахнулась такая счастливая. Так, давай все-таки стартером займемся, пока я помню, что делать с ним. А потом продолжим остальным заниматься. Берем, значит, и откручиваем вот этот болт. После чего проводим проводку. То есть, ты берешь. Я вот на самом деле начал бы вот с этого, вот. Как минимум, с того, что я установлю фейк-аккумулятор, чтобы проще было ориентироваться. Не буду его подключать, ибо не вижу никакого вообще разумного в этом смысла. Проводку возьму. Вот она. Мотанная вся, перемотанная. Подойду к... Вот так максимально ее поближе возьму. Что нам нужно? Нам нужно негатив терминал.
И еще раз, что мне нужно сделать? Подключаем negative терминал к battery connector. Нет, это я могу. Battery connector берем такие, типа. А, negative терминал тут это. Подожди, что мне еще раз нужно? Battery ground connector, вот это вот. Во, ништяк, мы сделали хоть что-то в этой жизни полезное, я в шоке. Дальше, нам нужно обратно закрутить болт, понятное дело, чтобы все нормально работало. Шикарно, дальше. Подключаем альтернатор к регулятор. Чего, блядь? Альтернатор к регулятор. Это вот сюда. Тут такая штучка есть. Шикарно протянули провода. Дальше positive терминал. Main hair. Ага. Это от этого. До вот этого, я понял. Позитивный терминал, если что. На всякий случай. Вот, positive терминал. А, все прошло нормально. Дальше ignition coil main harness. Вот эту штуку нужно подключить. Вот она. Даже нащупал ее. К этой штуке. Правильно? Да. Дальше оттуда уберем, к зажиганию тянем. Ой. Она же сработает, я надеюсь. Ignition switch. Ты тянешь ее к рулю, ну и что происходит потом? Ничего не происходит по итогу. Тут еще должна быть, короче, такая же... А, вот она. У нас аккумулятора нет, она не сработает. Поэтому я хочу кое-что сделать. Поспать. Это сейчас самое важное. Ну, поесть тоже, конечно, потому что... А еды-то у меня... А у меня есть еще вот это вот. Но в следующей серии, как ни крути, придется ехать за едой. Это уже как бы приговор. А фургона у нас нет. На мопеде я очень не хочу ехать туда, честное слово. Я, блядь, ну, серьезно, рот его и... Подожди, подожди, подожди! Он здесь! Он здесь, фургон здесь! Еба! О, вот это нихуя! Еще бы дядя здесь был сейчас, да? Ты мразь, блядь, старая, ты серьезно? Ты, блядь, серьезно? Он в двух, сука, сантиметрах от меня, фургон. А я не могу, блядь, его завести, потому что ключи у него. Вот тут висят, блядь. Нужно ждать, когда он будет здесь, блядь. А фургон уже уедет. Не могу я, блядь, его завести. Господи, блядь, почему так... Я, блядь, его угоню нахуй. Я тебе клянусь, я его угоню. Я дождусь дядю, я сейчас заберу фургон, откачу его к дому. Благо у меня есть трактор. Останавливаю его возле дома, фургон мой любимый синенький. Это же даже не смешно ведь. Поехали. На высокой передаче стартуем. Тут я шальной, конечно. Блять, как же обидно.
Ну вы хотя бы до фургона, ребят, посмотрели? Вот дядя жук мой, блять, а. Я не знаю, получится ли мне его обхитрить, угнав его. Не пропадет ли он на следующее утро, фургон наш? Ну, в принципе, если я сейчас... Я, в принципе, ничего такого важного не потрачу, если я сейчас скатаюсь и отвезу его к дому. Только он на ручнике, по-моему. Не лучшая идея, на самом деле, но я попробую. Я успею. Нет, не успею. Куда? Блять, можно мне, пожалуйста, я не знаю, какую можно премию попросить. Просто гения какого-то ебанутого. Он не бежит ни хера. Теперь бежит. Давай, 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 езжай, фургончик. Эх, дядя, извини. Хорошо. Побольше радиус поворота возьмем. Блять, он уедет только с моим трактором, я тебе клянусь. Все. Это победная. Так. Продолжаем заниматься проводкой. Я подключил вот эту штуку? Походу подключил, потому что я не знаю, как это проверить. Будем считать, что подключил. Дальше. А, нет, я не подключил ни хера. Подожди, а что я сделал не так? А, надо вот так сделать. Подожди. Подожди. О. Я хрен знает, я так понимаю, ключ зажигания подключен уже, потому что... А, вот. Хотя на самом деле нам еще подключать и подключать. Радио что, не сюда включается, что ли? Не сюда, так не сюда, в чем проблема? Ладно, не будем импровизировать. Вентилятор куда надо подключить? Вон туда. Ой. Ой-ой-ой. Вентилятор вот тут вот он находится. На этом. На прекрасном. На моем любимом будем считать. Я вообще не понимаю, как работает эта штука. В том плане, что вообще ни насколько. Что дальше-то нужно? А, стартер на плюсик сделать. Надо взять ключик на 5. Где у меня ключи, я не понял. Нет, давай не будем... А, вот они. Ключик на 5 нужно взять. Там есть, короче, у стартера прикольчик один. Находится он вот с этой вот стороны. А где? А вот тут он находится, где-то вот в этой области. Не понял. То есть сначала нужно протянуть, что ли, или что? Потом только закручивать. Я бы сделал бы вот так, на самом деле. Стартер тянется вот сюда. Теперь есть он? Да, теперь он появился. Все, шикарно. Подключение фар.
Хорошо, фары это легко. Ты, короче, берешь фару. И вот сюда. И вторую также. А как вторую нащупать? Или я сразу обе сделал? Подожди, а как понять, сделал я их или нет? Как, сука, понять-то? Ну, походу, обе сделал, потому что что-то не нащупывается больше ни черта. Дальше. Небольшая проблема. Фара должна быть снята, чтобы ее подключить правильно. Вот я могу вообще на раз-два. Подберем ключик, да снимем. В чем проблема-то? Стоп, что? Что-что? Нет. Что я отвалил? А, аккумулятор, нормально все. Так, не переживаем. До свадьбы вырастет и заживет. Подожди, давай открутим фару. А как эту дуру снять? Ой, блядь. Лампочка цела? Надеюсь. Вот это вот сюда должно приходить, походу. А где headlight connector? Где он находится вообще? А где коннектор-то находится? Подожди. Ну вот я взял, например, фару. Подключить хочу. К чему подключать-то? Чего, блядь? Давай вторую сделаем, снимем. Ну, позитивчики, хули. Чё же мне, сними, надень, сними. В чем проблема-то? Почему она должна подключаться-то? Я еще раз, я не понимаю. Ну, это распределительный щиток вот этот вот. А, вот это что ли? А куда вот это должно приходить? Вот сюда, скорее всего. Нет, а куда? Она уже есть, наверное. Теперь нам нужно сзади сделать. По-быстрому то же самое. Только не то же самое. Блять. Она так в лес у меня уедет с отцом, моя любимая, родная. Так, надо убрать вот это. И сделать вот так. Тут есть, короче, штучка такая вот в виде вот этого коннектора. Что тут еще-то надо сделать? Куда привести? А, подключить датчик уровня топлива. Вот что я смотрю и знаю. Так, вот это нам нужно подключить куда? Вот сюда. Все, ништяк. Мы вообще делаем просто шикарно. Теперь надо вот эту подключить. Light. Должна подключаться вот сюда, походу. Если я ничего не путаю. Нет, мне нужно дэш-коннектор сделать. К дэш-коннектору. А это где? Это вон там, я понял.
Ты берешь, короче, фару. И смотришь куда-то вот сюда. Вот она. Так, ну-ка, радио, чтобы оно тоже было. Нет, не то немного сделал. Так, мы радио схватили же. Ну, вроде бы все, вообще ништяк по электрике. Там все по нюансам, электрика другая пошла, но это все потом. Двери это мы знаем. Фары. А, фары надо установить в натуре, пока я помню. Пока ключ в руках. Я просто мануальчик листаю время от времени, поэтому молчу. Потому что нечего говорить, я еще думаю, что куда лучше будет, когда сделать. Я опять пить хочу, что ж такое-то? Жажда неутолимая. Жарко мне, походу. Ух ты, нихуя, оказывается, как двери открывать умею. Решеточку радиатора надо установить. Она вот тут находится. Два ключа на 6. На два болта на 6 ключом. Так, сацумка моя любимая. Так, сейчас подожди, я попью немножко, родная моя, маленькая. Я съеду крышей, наверное, на фоне ебучего дяди с грузовиком и моей сацумы. Моя деревня будет поминать меня хорошим человеком, возможно, если я не буду косячить. Так, два болта на 6. Капец, они их запрятали. Это тяжело найти. Теперь левое и правое крыло, которые устанавливаются и закручиваются. 5 болтов на 5, оказывается. Я думал, там, типа, там болты, прям болты, а тут болты, прям не совсем болты. Одно название, а не болты. Вот что это такое, а? Что, сложно было тебе приклеиться сразу, ёпта? Да ты смеешься! Тут еще поищи, попробуй, приклей, да заебешь. Вот первый болтик. Так, сейчас подожди, вот тут вот должны быть. Второй. Значит, третий, вот он. Четвертый. Где-то еще один должен быть. Их должно быть 5, по-моему, нет? Да. Их должно быть 5. А где последний? А, вот тут, наверное. Все ништяк, вообще шикарно. Теперь вот это крыло нужно установить и установить капот. И у нас собрана машина. Но пока что только визуально, потому что, ну, машина должна использоваться, то есть она и строится для того, чтобы ее использовать. Дай бог мы добудем дядю. Фургон у меня уже есть, он его может забрать, только я просто не помню механику, не знаю. Заберет он его, если я его таким образом отогнал, или не заберет. Нам бы его найти для начала. Так, вот это и вот это последний. Остается только капот. И тачка собрана. И это победа. Возможно. Это мы узнаем только в следующей серии. 4 болта на 6 там надо будет прикрутить. Ой, помяли. Ну да, может тут я и сам виноват. Но она запаркована так просто по-ебански. Ой, начинается вот это вот. Начинается. Хуй поди, говорит. Вот это вот, что это такое?
А раньше, поговорю, было еще хуже. Что там вообще тебе было тяжело наводиться, потому что это со временем только улучшили. Вот. 4 болта на 6, я даже знаю, где они располагаются. Это мне смотреть не нужно. Нужен аккумулятор, все жидкости, бензин. Это все занимает большое количество места. На тракторе я уже не доеду тут, потому что мне не хватит места. Поэтому будем как-то выживать дальше. Я думаю, что на этом мы с тобой закончим. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал, если ты это уже сделал. Огромное тебе спасибо. По ссылке в описании группы ВК, телеграм-канал и дискорд-сервер. И пока-пока.